на себя 48, если они выиграют, догонят они Динамо, а Динамо еще и пропустить может, и тогда Рубин их обойдет. Ну а это у нас, мы показываем вам гол. Пытаемся, вернее, показать. Но Уфа, она не вылетает ни при каких обстоятельствах, поэтому не думаю я, что сильно они будут беспокойны, но их, они могут опуститься в зону стыка, если они пропустят или сыграют ничью, поэтому тут все, конечно, не так безоблачно. Георг Денис Караденис забивает, ну, на самом деле это, конечно, тот самый случай, когда большой привет к выдеванию и в 2004 год. Хочется вот об этом вспомнить и поговорить.